Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас долгожданный для многих из вас ролик. Сегодня мы встречаемся с Володей. Привет! Он сейчас живет не в Испании, крайне редкий гость в наших краях, но вот приехал, мы с ним встречаемся. У него есть классная тема для беседы. О чем ты хотел поговорить? Ну, я хотел вам рассказать, как можно недорого, даже, я бы сказал, дешево, провести время в Испании, прожить здесь, в теплых краях, снять домик, да, то есть и насладиться солнцем, морем. Так я не хотел, чтобы он выдавал эту информацию. Думаю, понаедет сейчас толпа народу, здесь теснота будет. Сдался. Сейчас он все секреты расскажет. Да, чтобы не было тесно, самое важное – это приезжать не летом в июле-августе, когда недвижимость стоит там, арендовать в 4 раза дороже, и народу на пляже столько, что негде просто лечь. Надо просто приехать либо в с сентября по ноябрь, либо с где-то апреля по июнь. То есть вот эти 6 месяцев – это идеальное время, на мой взгляд. Вот я бы здесь, в Испании, жил именно это время. Вы знаете, я же испанский язык учил с испанцем, с преподавателем по скайпу. Так и не выучил. Разговариваю на испанском, как Джавшан с Рамшутом из нашей Раши. Так вот, в августе у него отпуск. И он говорит, в августе у всех испанцев отпуск. И весь этот отпуск, весь август, он проводит лежа на пляже. То есть с пляжа возвращается домой только чтобы поспать. Представляете, какая толчая в августе творится на пляже. И надо быть на самом деле испанцем, чтобы выдержать эту жару, потому что какой-то ад. Вот реально ад. Я, например, выносить это просто не могу. Такое впечатление, что не солнце, а утюг, и он давит, давит, давит. Не самое лучшее время для отпуска, серьезно. Ну, здесь можно другим чем-то заняться, конечно же, в это время, да, в такую жару. Я считаю, что, например, на пляже нужно быть где-то с 8 там, утра, с 9, если ты можешь, конечно, встать в это время в отпуск. В отпуске? И до где-то 12 часов. Ну и потом можно опять же выйти, выбраться туда где-то с 4 там, до 6. Люди, которые придерживаются вот этой стратегии, они получают максимальный кайф. Они не сгорают. Ладно, они... а днем чем здесь в августе заниматься? Это здесь нереально. А днем можно вот сидеть в таком ресторанчике и попивать вкусную клару. Кстати, клара – очень интересная штука. Это пиво, смешанное с лимонадом. Или, ну, испанская кассера лимонад, бывает с фантой иногда смешивают лимонной. И получается очень неплохой напиток. Вообще, по моим наблюдениям, испанцы любят всякую сладенькую водичку. Потому что вот это вот клара, пиво со сладким лимонадом. Потом тинто де верано, это вино со сладкими соками. Ну, типа сангрия. Ну, только сангрия, она туда шампанское иногда добавляют, чтобы немножко шипело. А так она как бы именно с соками. А тинто де верано обязательно с шипучкой какой-нибудь. Вроде и не окосеешь. Потому что, ну, слабенько, да, получается. Вот. Да. По такой жаре, кстати, актуально. Это получается, наверное, 3%, может, даже меньше. Вот. И вроде жажду утоляет. Вот. И опять же, настроение немножко поднимает. Вот. Давай подробности теперь. Я, например, сдаю недвижимость, да, то есть все знают, уже видели, там, 2 ролика снимали мы. Надо максимизировать свой доход за год. Вот. То есть многие, например, минимизируют свои проблемы, они сдают недвижимость на длительный срок. Получается, ну, грубо говоря, если квартиру снять стоит там 500-600 евро в неделю, то зимой, ну, как бы в течение всего года, если человек снимает, ее можно где-то за 500, там, 450 евро на год весь снять. То есть вы понимаете, вот вы сейчас думали, уши развесили, что вам хорошо хотят сделать, да сейчас. Володя сейчас на вас наварится. Да. Я к чему говорю, что надо понимать вот этих людей, которые сдают. Многие люди, да, покупают дом и не могут здесь проводить в силу работы своей, да, более там 2-3 недель в году. Конечно же, им интересно было бы его сдавать. Сдавать его на весь год они не могут. Они хотят же тоже приехать. А так получается, что вот они сдадут людям дом на долгий срок. Не могут же они их выселить там на 2-3 недельки, чтобы приехать отдохнуть. В Испании вообще сложно выселить кого-то. Да. Это да. Люди, которые имеют здесь недвижимость, они сами не любят приезжать сюда часто в июле-августе. Потому что у нас, согласитесь, в России очень даже неплохо в это время. Когда начинается слякоть, дожди, там, с сентября по ноябрь, здесь идеальное просто условие. То есть море 27 градусов. Воздух тоже 25-30 градусов, да, то есть. И так продолжается до примерно первого сезона дождей, который приходит в ноябре.
Вы знаете, первая неделя. 25-30 градусов, Володя говорит. Я пока жил в России, в Москве. Для меня температура 25-30, вот я ее ощущал, как какой-то ад. Адский совершенно. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с другой влажностью воздуха. Возможно, с тем, что это побережье и ветерок постоянный. Потому что в Москве 25-30 обычно без ветрия. Вот. Но эта температура ощущается как чрезвычайно комфортная. То есть это не жарко. Больше того вам скажу, что, допустим, вечером солнце уже село, и на машине я возвращаюсь домой, еду в эту нашу деревню. Температура на термометре в машине показывает 26 градусов. Окошко открыто, если рука выставлена в окно, я чувствую, что мне холодно. Холодно, представляете, 26 градусов. То есть вот такие вот ощущения возникают. Поэтому вот эта вот температура 25-30 – это самое комфортное время. Когда 36, то при такой температуре, ну, на море ты всегда есть легкий ветерочек, почти всегда, но при 36 градусах уже по городу погулять не получится, потому что ветерок совсем слабый, и в городе между домов его не ощущается. И вот это начинается ад. Та самая планча, та самая сковорода. Поэтому время выбирать нужно даже по Яндексу, пожалуй, смотреть, или там по Гуглу смотреть среднемесячную температуру, и вот комфортная на море температура 25-30. Ну, я тебя перебил, извини, пожалуйста. А, давай, теперь к конкретике. Как круто сэкономить тому, кто хочет снять недвигу? Ну, во-первых, выбирайте правильно время. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, апрель, май, июнь. Лучшее время. Люди, которые могут себе позволить работать удаленно, да, или взять какой-то длительный отпуск, лучше всего договариваться, например, на более длительный срок, то есть на месяц, к примеру, да? И очень выгодно, если вы можете снять, например, большой дом как-то с друзьями. Потому что часто бывает так, что дома даже разделены, например, у меня дом разделен на две отдельные как бы квартиры, жилые зоны. И можно жить вместе, не мешая друг другу абсолютно, и даже как бы это веселее получается. Мне кажется, это реально сложно найти такую же... Вот представь, ты живешь там где-то, и, допустим, да, тебе повезло с работой, ты можешь работать удаленно. Где вероятность того, что у тебя в друзьях такая же там семья с кучей народу, у которой та же самая ситуация? Ну, правда, ну, у меня приезжали люди, например, приехала семья, и они могли так приехать. И также было, приезжали, понятно, когда они были в доме, приезжало две семьи, двое их друзей, на первые две недели и вторые две недели, которые не могли себе позволить уехать на месяц куда-то, но две недели они вполне получили. Причем они даже приезжали с детьми, потому что, ну, у них такой интересный подход был, что, ну, там, школа детей, все так переживают за то, что ребенок там что-то не успеет. Но вот у них опыт такой, что если там до там, 9 класса, до как подготовились к экзаменам, не нужно. То есть ребенка можно вполне спокойно забрать там из школы на пару недель, да, то есть, и потом он очень быстро это все наверстает. Наверстает, да? Есть, да. Если наверстает. Плюс может здесь дополнительно как-то немножко учиться, да, то есть, ну. Ну, у всех свой подход и свое видение. Ну ладно, значит, определились с первым моментом. Первый момент — это выбор месяца, да? Сентябрь, октябрь, ноябрь и. Апрель, май, июнь. Апрель, май, июнь. Да, в марте можно тоже приезжать, уже солнышко будет, уже будет комфортно, но море еще будет холодновато, да, то есть. Вот, апрель, май, мой холодное все еще, но для нашего человека оно, считайте, теплое, да, то есть там 20 градусов, 23, 25, да, то есть это уже то, что можно там залезть, покупаться. Ну и большинство людей, насколько я вот заметил, они не сидят в море сутками, они зашли, покупались, а потом лежат на солнышке. А вот в этот, в апреле, в мае это очень комфортно можно делать, да, то есть. Ну, а осень — это вообще мое любимое время, потому что море теплое. Да, море теплое. Да, а солнца такого палящего уже нет, и это вот настоящий кайф. Просто вот если бы я мог выбирать, да, когда здесь жить, или заморозить, скажем так, вот, чтобы вот всегда было время, да, вот такое. Вечная осень. Вечная, да, осень. А ладно, теперь давай, значит, как искать недвижимость, потому что у тебя не слишком много этой недвижимости, чтобы всех, ну, подписчиков, да, желающих там обеспечить ей. Давай, ну, где и как искать? Да, смотрите, сайты airbnb.com, booking.com тоже неплох, однако он дороговат. Потому что любой человек хочет сэкономить, да, в том числе и тот, кто сдает, и тот, кто снимает. Люди, которые зарабатывают, в любом случае, это сайты. Они берут комиссию, да?
Соответственно, конечно же, все пытаются найти способ связаться напрямую. И это вот самый, как бы, главный вопрос для начала, да? Это можно сделать несколькими путями. Во-первых, ну вот, например, под видео, да, можно просто оставить комментарий. Ну, это с тобой свяжутся, хорошо. Но человек вот нашел на Airbnb. Есть несколько вариантов. Вы можете написать, например, и договориться снять небольшой какой-то период, да? И когда вы уже приедете, например, вы там снимете 2 дня, за это заплатите сайту комиссию, будете иметь какой-то, ну, как бы, страховку. А сайт комиссию берет от всей суммы или от сделки? Да, комиссии варьируются от там 5 до 15%. От сделки? Вот, да, от сделки. Самый дорогой, вот, например, Booking. Я его даже не использую, ну, потому что просто... А, то есть ты предлагаешь списаться с хозяином, через сайт забронировать 2 дня, а потом еще дополнительно с ним договориться на дополнительное время. Да, например, да, то есть. Это надо перед выездом же делать, а то вдруг уже следующее время. Конечно, вы просто можете видеть, даже если вот мы забронировали вы там 2-3 дня, да, а потом договорились еще на 2 недели, хозяин просто заблокирует эту неделю уже самостоятельно, да, то есть у него же нет никакого обязательства перед сайтом эксклюзивно через него сдавать, да, то есть это как один из, например, вариантов. Другой вариант. Это, ну, потому что сайты, они включают различную систему цензуры, и ты фактически не можешь написать свои контактные данные. Даже если ты вот связался с хозяином, ты пытаешься написать свой телефон, и он прячется, как бы, да? Ты пытаешься его там написать каким-нибудь ребусом, да? И тогда еще, может быть, он как бы пройдет. Но ребусы тоже сейчас уже, да, там стоят умные системы искусственного интеллекта, анализирующие весь этот чат, как бы, и фактически они обрезают все эти возможности. Ну, надо сказать, там, давайте сколько-то зарабатывать, да? Просто их, как бы, аппетиты в размере, там, 10-15%, ну, мне кажется, немножко завышенными, да, то есть... Хорошо, значит, Airbnb основной, Booking.com ты не рекомендуешь, он дорогой. Еще какие-то варианты? Ну, есть много небольших таких сайтов, например, вот там Spain Holiday, я на нем размещался. Удобство таких сайтов, то можно платить фиксированную какую-то сумму за рекламу, а сайт уже не берет комиссии. Также сайт есть, например, TripAdvisor, очень известный. И от TripAdvisor там идет целая череда сайтов, порталов, которые они там Holiday Ratings, да, для разных стран, они их продвигают по-разному немножко. Но TripAdvisor, он тоже берет большие комиссии. Вот, и несмотря на то, что я через него тоже там работаю, у меня размещена там недвижимость, но, на мой взгляд, он дороговат, как бы, да, то есть по... Ладно, какие еще подводные камни при этом нужно учитывать, чтобы не попасть? Ну, самое важное, да, это посмотреть внимательно на фотографии и внимательно на описание и правила. Если вы не знаете, куда вы едете, да, то есть, то тут можно просто иметь какие-то ожидания, да, то есть, которые не будут оправданы. А мы становимся несчастными, когда наша объективная реальность не соответствует нашей, как бы, ожидаемой какой-то действительности. И второй момент, очень важно, конечно, отзывы. То есть отзывы, хорошие отзывы, причем читайте отзывы. Не просто накидать себе там каких-то отзывов и как-то их организовать, да, заплатить кому-то. Это, как бы, можно делать. На TripAdvisor это всегда вот рестораны делают многие. Сейчас пытаюсь себя представить на месте такого вот снимальщика. Я в эти места-то приехал первый раз арендовать недвижимость на Кумбру-дель-Соль. Это в предыдущем видео с Володей мы там летали на дроне, показывали. Я это место выбирал по фотографиям, а потом через Google Maps буквально ходил, бродил по улочкам этой урбанизации, высматривал места. И все равно хочу сказать, что даже Google Maps не передает, как бы, вот, полностью всего ощущения места, потому что Кумбру-дель-Соль – это урбанизация, как вы видели из видео, которая находится на крутом склоне горы, реально крутом склоне горы. То есть такая ситуация, когда ты заходишь во входную дверь дома, в доме спускаешься, как бы, в подвал и выходишь из этого подвала на другую сторону дома и оказываешься у бассейна – это практически стандартная ситуация для всех домов Кумбру-дель-Соль. Google Maps этого не передает. Очень важно, мне кажется, побродить через Google Maps, через вот эти самые, через отображение улиц, по району, где вы собираетесь, если вы хотите снимать это место, и посмотреть, а куда можно вообще сунуться. Нет, конечно, если для вас самое важное – это море-пляж, то можно вообще голову не забивать. Но у меня был крайне негативный опыт отдыха в Италии, на Лидо ди Изоло. Это узкая песчаная коса, я говорил, по-моему, в предыдущих видео, которая отделяет Венецианский залив от моря. Коса, которая забита только исключительно отелями. Выбираться с нее не очень удобно. И получается, всю ту неделю, что мы там отдыхали, это было только море и пляж. Мы все
условно говоря, ресторанчики и прочие места, они все там одинаковые, прошли в первый же день за час. И все, всю остальную неделю там нечего было смотреть. То есть соединить вечерние гуляния не по одному и тому же променаду с морем, вот, нужно заранее заботиться. То есть посмотреть, куда вы едете. И выбирать те места по отзывам, по интернету, не владеете языком, в конце концов, через Google переводчик, куда можно сунуться. Мне кажется, это важный момент. Да. Вот, кстати, тоже момент по машине. Многие люди стараются как бы избегать машин, да, то есть, ну вот в нашей местности это практически невозможно. То есть, если ты, конечно, снимешь вот тут на пляже или там в Бенедорме, да, например, где-то вот прямо рядом, то можно обойтись без машины, но вот просто мне вот скучно становится на пляже лежать, я не знаю. Поэтому люди, которые хотят, ну, куда-то ездить, да, им нужна будет машина. И очень выгодно можно снять машину, потому что трансфер, например, из аэропорта сюда может стоить там 100 евро, да, к примеру, там, из Аликанте, да. И, соответственно, например, машина, аренда, да, в день там может обойтись там 20-30 евро. Можно даже дешевле найти, особенно вне сезона. Опять же, да, машина вне сезона гораздо дешевле. У меня был друг, он снял на неделю машину за 50 евро. Причем хорошую машину, не какая-то там развалюха. Это у них типа такой вот был... Ну, они таким образом привлекают клиентов, да, то есть, чтобы потом в будущем они как бы опять обратились к ним. Вот. И у них может быть цена варьироваться в 3 раза между летом, ну, и не сезон, да, то есть. Так, ну ладно, и давай к своей конкретику-то. Бюджет. Во сколько это выльется? Ну, если, например, приехать на месяц, то надо рассчитывать где-то 900 тысяч евро, это какие-то апартаменты снять. Хотя можно даже, наверное, дом снять какой-то небольшой. Ну, человек на 4, 5, там, 6, да, то есть 3 спальни, к примеру. То есть снять апартаменты или дом небольшой на 3 спальни, да, то есть на 4-6 человек, где-то на 900-1000 евро в месяц. Ну, можно, да. То есть это особенно октябрь-ноябрь, да, то есть, или там апрель-май. Потому что июнь и сентябрь, они все еще считаются такими достаточно. А июнь-сентябрь во что это выльется? Ну, 1500, да, грубо говоря. Вот. Это если на месяц, да. Если ты будешь как бы брать меньше, чем на месяц, там на 2 недели, конечно, это будет дороже. Но если брать на 3 месяца, то там можно месяц получить дешевле, там, по 800 евро, например, да. Вот. И далее, на питание. Ну, я думаю, на человека, наверное, евро 30-40 надо закладывать неделю, как бы, как минимум. По твоему опыту сколько? Да сложно сказать. У меня опыт, мягко говоря, абсолютно не укладывается в общепринятые рамки, потому что я слишком много готовлю и для канала. Мне же нужно там... Экспериментировать. Да, эксперименты. Очень много мне пишут, как у тебя все ловко получается, отточенные движения, как все здорово. И что, у тебя никогда не бывает неудач, что ли? Почему мы их не видим? Вот потому не видите. Ну вот сами прикиньте. Снять ролик – это 4-5 часов. Монтировать его после этого 8 часов минимум. И вот вы серьезно думаете, что я такой неопробованный рецепт, мазохист, берусь снимать, скачу как попка вокруг этих самых камер, а потом еще 8 часов монтирую то, что не получилось? Оно мне надо. Чтобы вы потом сказали, а, у него не получилось, что это смотреть. Конечно, я это не монтирую даже. И фейлы, которые выходят, которые я все-таки снимал, и у меня что-то не вышло, не, все, я это монтировать не буду, спасибо. Убить 8, а то 10 часов времени на вот то, что не нравится самому, увольте. Кстати, если кто-то из подписчиков умеет монтировать видео и хочет помочь Диме, я думаю, что он даже готов приплатить немножко, но чтобы он мог больше для вас снимать рецептов и меньше сидеть за компьютером. Это нереально. Я тут обратился на Freelance.ru, раскидал объявление, говорю, так и так, мне нужно монтировать видео, потому что времени не хватает. Цены назначили за минуту видео 6, 7, 8 тысяч рублей за минуту видео монтирования. Прям как будто они там в 3D Max моделированием занимаются. Просто выписаться можно. Я, конечно, таких расходов себе позволить на канал не могу. Это получается, что ролики и реклама, которую периодически, крайне редко выходит в роликах, не окупит даже половины стоимости на монтаж такого тухаря. Одного ролика. Так что, увы. Да. Ну, вернемся к бюджету. Машина. Можно найти где-то за 300-400 евро в месяц, если брать коробку ручную и в аэропорту прям снимать. Это очень удобно, потому что экономится на трансфере деньги.
да, то есть, и в общем, ну, небольшая машинка обычно там 4 человека. Кстати, если вы соберетесь в наши края прилетать на длительный срок и прилетать будете в Валенсию, то я рекомендую в Валенсии в Центауру заказывать. Это из всех сдавальщиков машин в нашем регионе, вот в Валенсии конкретно, офис валенсийский, и выбор машин Центаура, это лучшее, что можно только придумать. Это дешево, это всегда свежие машины, это просто класс. Хотя я, конечно, вру сейчас, вру безбожно, потому что у меня информация о съеме машины на Центауровском двухлетней давности. То есть 4 года, 5 лет назад, 4 года, 3 года назад я в Центаура периодически брал в Валенсии. Просто инвест. И все пробовал, примерно одинаковые. Ничего подобного. Ничего подобного. Я пару раз брал в других, там же в этих самых, в ГЕЦ или ГЕРЦ, как он называется. Есть ГЕРЦ. ГЕРЦ, на А как-то еще есть. Европкар есть. Есть АВИС. Вот, в АВИСе. Я брал есть. ГЕЦ и в АВИСе. Застрелиться. Машина убитая. Пока ехал из аэропорта Валенсии сюда, у меня этот самый бампер, пластиковая накладка отвалилась, представляете? Ловил ее на трассе скоростной. Потом покупал этот самый клей, эпоксидку и вкручивал шурупами, чтобы просто не потерять, потому что невозможно ее в багажнике возить постоянно. От Валенсии до нас 100 километров. Это еще мне нужно было доехать, оставить семью, а потом ехать обратно сдавать машину. Спасибо. Так что Центаура. Только Центаура. И надо к нему обратиться, чтобы они нам денег за рекламу там заплатили. Ну, ребята, классные ребята. Не, Голдкар тоже неплохое. Но на самом деле вот искать желательно на самих сайтах и желательно заранее покупать, как бы, потому что есть еще сайты-перекупщики там всякие. То есть просто, ну, они как бы пересдают, да, то есть, ну, с ними часто. Меня в Центаура посреди ночи встречали. Я заказал машину в Центаура. Самолет из России опоздал. У тебя прямо теплые эмоции от Центаура. Ну, представь, я заказал через сайт машину на Центаура. Вылет самолета из России задержали. Я на сайте Центаура не указал номер рейса, на котором прилетаю. Просто тормознул. Когда нас задержали, мы просидели в Париже, в аэропорту, чего знает сколько времени. Вот сначала в России, потом в Париже еще. Я пытался дозвониться из Парижа, там на сайт писал, все. Время 8 часов вечера. Нет, ничего. Должны были прилететь в районе где-то 8 часов вечера. Прилетели в результате, было, наверное, 11:30 ночи. Я думаю, ну, конечно, никто не встретит, потому что самого офиса Центаура в самом аэропорту нет. Микроавтобус подъезжает, забирает всех и везет Центаура. Вышли мы с чемоданами на улицу из аэропорта. Я грустно посмотрел по сторонам, ну, что ожидать, собственно. Развернулся только идти, летит, сверкает всеми огнями микроавтобус. Я думаю, ну-ка, подождем. Выскакивает испанец с микроавтобуса и начинает извиняться, что опоздал. Я говорю, как ты выяснил, что мы прилетаем, все. А я когда посмотрел, говорит, у тебя, говорит, фамилия, говорит, имя записано, говорит, вроде как русский, скорее всего. А из задержавшихся рейсов из России русских не было. Я посмотрел, какие прилетают к нам эти непрямые, и выяснил, что вот такой-то рейс был, который должен был прилететь как раз-таки в то время, когда ты заказывал. Вычислил. Шерлок Холмс вычислил вот и приехал. На таких сотрудниках и держится бизнес. Вот и я тоже. Их бы побольше. А у него время рабочего офиса до 9 на самом деле. То есть он просидел и там сам приехал, привез машину. Это не его бизнес. Не его бизнес. Это просто сеть Центаура, а он просто... Вот это Центаура. А вот этот Герц и Авист застрелится. Приехали днем, а вот вы машину, которую заказывали, у нас нет, но у нас есть почти такая же, она даже получше, правда, чуть-чуть подороже. Она побольше, она покомфортнее. Я вышел, сел в эту машину. Так, глянул, ну, слегка она, конечно, такая покоцанная, но вроде ничего. И на этой машине мы поехали из аэропорта. Ага. И потеряли бампер по дороге. Знаете, он летал на трассе вот так вот эффектно. На этом, я думаю, мы сегодня завершим эту беседу. Желаю вам удачного съема жилья не в пик сезона и отличного отдыха. Спасибо за компанию. Всем пока. Пока.